дома сейчас сухо, так ничего нет своя. Ой, так я грибы так не рассчитываю. То, что есть, да, ну, вот сюда потом приехать. Офигеть. Код города 81-72. Дорожное радио. Ой, а вот это бездорожье начинается. Так, нет, это конец дороги. Там, мне кажется, все уже никуда не проехать. Так. Это же видно. И как? Ну, на трактор ездили. Широко. Нет, так, там еще вроде. Да не, это... Вот там сейчас едут попробуем. Древние. Подожди. Мы сейчас тут сядем, надо получше. Может, не сядем. Похоже, там туда ездили, да. Да ничего, вроде нормально, все, поехали. Без проблем. Дорос. Угу. Как? Какие-то бревна рубленые. Где? Ну, там же, как будто какие-то домики или что-то были. Там брус растет белый. Все классно, так вот все едет она. Большой камень. Дверь, да? Надо... Какой-то трактор, он ехал, видите? А, так здесь, на этих, на каракатах ездят. А-а-а, какой лес красивый, там, наверное, очень ведь грибы есть. Вообще нормально. Все, проезжаем. Да, легкая еще. Колеса большие. Ой, иди смотри, да. Там очень страшно. Котя, не надо, я боюсь. Мостик сделал, да, офигенно. Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, ОДРН 102-773-924-47-41. Подробнее на озон.ру. Нам чача не нужна, поедем в Лево. Как там дерево? Дорожное радио. Как там дерево? Да там накидайте палок, там же точно, если другой дорогой не получится. Вперед.
Да там накидайте палок. Так же точно. Если другой дорогой не получится. Свинки. Кто-то ездил, видишь, если да, там палок. Свинку кто-то вот спилил. Так тут на каракате ехали. Ехали на каракате. Я надеюсь, больше не будет таких страшных мест. Хотя обратно там будет ехать легче значительно. Ага, темно будет. О, вот, а нет, подожди, вот здесь вот. О, вот тут вот. Чё тут вот? Тут лучше не смотреть. Вот туда. Ну вот низинка тут какая-то в эту идет в речку. Чаёчек, рыбатёк. Когда сыро. Так тут, наверное, не проехать. Нет, тут все-таки, наверное, в сырую погоду тяжело ехать. Потому что почвы так. Ну, камней, правда, много. То есть тут не провалиться глубоко так. Но ну как, Дмитрово там. Непонятно. Если там деревня, то где тогда? Хотя бы какая-то типа дороги. Это травяная, так тут не было дороги раньше никакой. Как ты думаешь, там есть какая-то же обитаемая деревня? Раньше, если было. А деревень... Ну, какое-то направление, да, дорог. Где да? Были деревни, там сейчас вообще дорог нет. Вот я ездил по карте дореволюционной, так там вообще ничего нет. Да? Да, вообще ничего. Так что это правильно. Вон деревня. Где? Вот. По той стороне? Да. Вот там столбы есть. Вот, если тут деревня, то есть напротив тоже была деревня. Сейчас мы это и узнаем. Тут надо связь снять, потому что кажется, как-то высоко, открыто. Связь должна быть. Нет, вообще нет. Вообще ноль. Да. Крестик стоит. Непонятно. Он красивая ведь начинается. Березовая Африка, короче. Да. Выйду в рощу березовую, обниму березку и на душе хорошо становится. И ничего-то не надо больше в этой жизни. Да. Красиво, когда листик. Падали сюда, какой золотой. Вот там к реке. Ух ты, классно. Чего, деревню мы, наверное, не увидим. А вот не знаю. Хоть вроде бы все и близко, ты говорил на карте. Да? Близко, говорил на карте? На карте далеко все. Ну, не близко это все. Не близко, да. Наш район-то, да? А чей же? Конечно, наш. Так, это ведь такой туда? Район прям, что ехать и ехать и ехать. А как? Как должны так до райцентра были добираться. Там за справкой сходить, за хлебом. Обжитые были места там. Вот эти вот. Как вот оттуда? Помещик выйдет, Зубов тут ехал. Столб стоит. О, столб стоит, значит тут деревня. Так вот. Да. Значит тут кто-то живет. А медведь может ходить. Грибы собирать. Где-то кормить. А, оно ведь как бывает. О, дом. Так вот. Так, интересно. Это что такое? Даже провода вон подходят. Он все уже. Тут-то рухнул вообще. Хочешь купить домик такой? Что себе? Цветов-то смотри, вот это астра называется. В общем, короче, вот один дом обитаемый в этом. Вон, там он дом тоже стоит. О, смотри, еще. Растет, а хрен в диких местах расти не было. Тут огороды были. Тут деревня была. Да. И вот тут все, мне кажется, большая была деревня. Этот. Ну, может быть, и это дорога.
Вот где была дорога? Там дорога-то дальше была. А где дальше-то была? В деревне была дорога. В деревне не было дороги. Такая была. Да, не было. Левее была. Значит, едем, вернемся, рассмотрим. Ну вот, еще места открыли. Интересно. Туда поднимемся и попробуем. Ну как красиво. Да, и такая река широкая. Ага. Да. Тихая. Здесь вся рыба-то ловится. Прям широченная. По Лепкерах нет дороги. Там была дорогочек, ну да. Вдовенька. Ну дальше идет, но идет и не пойдет. Ну что, смотрим. А вот это-то не дорога. Это лэп. Дорога вот такая серенькая, да? Вот. Должна быть. Вот она. Их сложно искать на картах, но как-то так. На извилистая должна быть. Вдоль лэп может и есть что-то, но там тракторами ее проделывали, поэтому там проехать вряд ли возможно. Вот деревню опять свернулись. Вот видишь, старый дом, дранка еще на кровле. То есть тут даже крышу не перекрывали ничем. Очень старый дом. Темноты бы выбраться отсюда. Смотрите. Ну, вот я не знаю. Наверное, туда едем. Люди не по этой дороге, но они по речной. Ну, явно. А вот смотри, вот начинается нормально. Видно, вон она какая. Вот она. Сейчас задавишь. Да какой задавлю? Перепелочка. Да. Не дура. Сантиметров самой нижней точки. Так что расчета вот. Да, видите. Ну, больно она умирать чисто это. Прям вообще, как надо, чтобы на тракторе на ней ехать. Тут дорога-то, по ходу дела, и была вот здесь, до деревни. Наверное, раньше ведь поля вот эти окашивались, наверное. Может, даже что-то распахивалось, садилось. Вот в каждой деревне чего-то росло. Скотина была. Теперь вообще вот какая-то дальше. Неужели мы уберемся в такую? Ну, если есть тропинка,
И вот лэп, вот вдоль лэп обычно дороги шли. Столбы обычно, и вниз вот пошла. Вот уже лучше. Вот она ровнее уже пошла, вот вроде бы. Ничего не понимаю. Вообще не знаю, так кто не ездит. Вообще никаких дорог, абсолютно. Да. Не, ну тут вторая дорога точно есть. А где она тогда? Вот хрен его знает, где она, так сказать. Одни направления. Да. А, вот где колеи были, а? Надо смотреть. Вот, а, вот они, колеи. Все. Сейчас тогда вот здесь и поедем. Будем к реке тогда выезжать. Красиво, ага. Смотри, оранжевый, фиолетовый, да. Прям такими волосками, как восками. Ну, вообще. Так, ну ладно, идем вот еще вспомнить, куда дальше двигаться. Надо дорогу смотреть. Опа. Чего? Дорога. Смотри. Да какая дорога-то? Опять ну какая-то же дорога. Вон просека. Так она может в лес куда-нибудь. Мы сейчас заблудимся с тобой. Ой, зай. О, дорога. Ну а что делать? Знаем, чего. Едем, хотя едем. Бы понимала, а тут если обратно в деревню в эту. Едем и едем. А это дорога. Вот она. Это дорога. 100%. Вот она, дорога там в деревню. Сейчас бы мы еще если бы бензиночком не залили, так и сидели бы, ждали. Да нет, нам хватило. Сейчас смотри. Вот, вот, вот. Все, вот она дорога. Так, вот она куда-то идет. Так мы на по ней не ехали? Хрен его знает. Сейчас узнаю, поедем. И вон дорога. Поедем сюда, здесь накатано. Или проехать можно было, вот еще вопрос. Тут вот доски какие-то. Вот и едем. Так, такой здоровый камень. Надо объехать. А там вот сырость начиналась. Сыра, да. Так, подожди, что-то не ездит. Почему не ездит? Так ты выйди, глянь, да заодно сырость глянешь вон там. А, тут вот просто надо в сторону взять. Сюда вот. Вот так вот. Какой-то камень уже. Выбор есть, что ли. Едем и все. Вот там дальше-то что, сыро? Ну, нормально сейчас он еще. Ну, сегодня дальше-то вообще что там? Сейчас. Тут дно твердое. Может быть, не на какую, не на болотце едем? Нет. Ну, в смысле, что вот сдать и вот здесь вот сбоку проехать. Потому что тут вообще здоровый камень лежит. Нам проехать будет. Вот так мы проедем. Отлично. Ну там дальше там идет суша. Я знал, ну я. Ну, а что делать-то? Но следы так здесь ниловские. Или УАЗа. Так, слушай, ну, а если УАЗ здесь проехал, значит, ну, здесь проедем. Просто непонятно, куда эта дорога ведет. Ну, она идет к Харовску. Ну уж, конечно. Да. Ты уверен? Да. И это уже хорошо.
вот эта вот одна только вдоль реки там и была. Я не знаю, да? Я смотрел, по карте вторая есть. Явно здесь мало кто ездит, потому что вон она. Вот там дорога более проезжая, чем тут. Ну но, да. Но здесь более капитально. Да уж не знаю, что капитально вот так. Так, где ехать? Тут? Неизвестно, куда она нас выведет, к Харовску или не к Харовску. Да уж, если есть дорога, значит куда-нибудь выедем. Если она ведет вот так от деревни куда-то, то явно она куда-то должна привезти. Она может вести от деревни к деревне. Может. Значит, там ночуем. Осторожно. Нет, здесь камни, здесь сесть-то вряд ли мы сядем где-нибудь. Так все. Страшно. Главное на камень не напороться. А остальное все. Ну, да. Так, под жутко лесом идти в деревню, если эта дорога в деревню. Жутко. Одного дня мало, чтобы дойти. Расстояние такое приличное. Ага. Даже если засветло выйдешь, все равно придешь уже потемку. Угу. Это пешком. Да, да. Сюда. Поле. Вот я, подожди, понять. Тут вот вон, смотри. Поле. Поле так вот. Между полями. Куда ехать? Например, сюда или сюда? Вон там свет горит, фонарь. Ага, вон. Да. Вот. Ну вот видишь, куда там видно. Там, мне кажется, ужасно. Нет, нормально. Блокировка — это когда оба колеса скребут одновременно, да? Ну это, да. Блокирует. Что, куда-то въехали? Да, есть. Там он что-то есть. Вон домики. Да? Да. Вон домики, да. Тогда сейчас посмотрим. Посмотрим. Смотри, что за деревня. Так, вот у тебя вывез камни где-нибудь. Нет, и на карте нет ничего. Нету? Нет. Нету домов? Нет. А я думала, большая деревня, почему? Вот так вот. Такое вот приключение. Сейчас выехать бы еще отсюда. Угу. А класс, ну вот так едешь в комфорте по такой грязи. Ну так вот. Все равно. Есть немножечко тревога какая-то. Все, куда? Куда? Застрянешь ли, потому что мы с тобой любим ночью. А если бы мы выехали утром, как-то, знаешь, ехали бы, получали удовольствие. Так и сейчас получаем. Мы получаем, но на такое. Сейчас приедем, и как вот хорошо там все. Дома. Выбрались. Там свет дорогой, блин. Так тут-то все нормально. Мы сейчас возвращаемся той дорогой, по которой не поехали. Да?
владельцев автомобилей Нива Шевроле и Лада Нива Тревел ранних выпусков есть коллекция. Коллекция оригинальных расширительных бачков, которые ходят очень недолго. Недаром АвтоВАЗ в новых моделях Нивы Тревел перешел на абсолютно новые бачки шарообразной формы с качественными клапанами крышки, которые не залипают. Но что делать владельцам старых автомобилей? Ведь бачок нового образца из-за особенностей конструкции на старое место не установить. К счастью, появилось качественное отечественное решение – альтернативный расширительный бачок нового образца, который устанавливается на штатные места в автомобиле и не требует какой-либо переделки. Давайте посмотрим комплект для автомобиля Нива Шевроле и Лада Нива, переходная модель до Тревела. Расширительный бачок шарообразной формы хорошо держит давление. Кронштейн для установки металлический, надежный, прочный. Крышка расширительного бачка – очень важный элемент. Клапан рассчитан на давление 1,2 атмосферы, он не залипает, бережет радиаторы и обеспечивает системе необходимое давление. Ну а это комплект для автомобиля Lada Niva Travel. Давайте вскроем коробку и ознакомимся с ним. Внутри находится точно такой же бачок, как и для Шевроле, однако кронштейн имеет другую, более сложную форму. Шарообразная форма бачка обеспечивает его долговечность, и данный бачок рассчитан на весь срок службы автомобиля. Пакет с пробкой и метизами. Данные пробки проходят обязательные испытания, проверку на соответствие параметров. А теперь мы расскажем, как устанавливаются эти бачки. Lada Niva Travel. Крепление сюда и сюда. Это болты подкрылков. Вот они. С Шевроле Нива все еще проще. Крепление осуществляется вот к этим шпилькам. А вот и результат. Бачок установлен. Это Нива Travel. Штатные шланги не нужно удлинять, не нужно укорачивать. Просто присоединяете, используя хомут из комплекта, и все. Бачок абсолютно не мешает обслуживанию фары, замене ламп в ней. Находится в прохладном месте, а вот тут место освобождается. И появляется доступ к клапану дренажа. А это Chevrolet Niva или Lada Niva. Кронштейн установлен на шпильке, которые я показывал. А вот и бачок смонтирован. Как видите, очень гармонично смотрится. А вот тут виден резиновый клапан дренажа, о котором я говорил. Теперь его очень легко чистить. Ну а проблема трескающихся и текущих бачков и залипающих пробок, из-за которых разрывают радиаторы, уходит в прошлое. Заказать альтернативный расширительный бачок вы можете по телефону, который появился на ваших экранах, либо электронной почте. Также товар доступен в нашем официальном магазине на Озоне. Доставку осуществляем в любой регион России и ближнего зарубежья.